श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाशाकुवश कृपा सिंधु व्यवच पति पावन वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुं लंघयति गिरी यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव बृंदावई तुलसीदेवी प्रिया वै केशवस्वभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्न भविष्ट दूहम तेथास्पदम शिव विरंचन तम शरण्यम वेतात्तिहम पनुतपाल भवाद्दीपूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा विभं करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्वां भागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं परानसि पुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष वदने लक्ष्मीर्जश च वक्षसि यस्यास्तिदय संवित् त्वं निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारक निस्पृहो सर्वतो सिद्धो सर्वविद्याविशारदः
sarva sansayu sanschetta analasa guru rahita kripa sindhu susang purno sarva sattva pukarakaha nispriho sarvatah siddho sarva vidya visharada sarva sansayu sanschetta analasa guru rahita Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сидданта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, если кто-то заявляет, я свободен, у меня есть свои личные права, тогда у меня нет никаких взаимоотношений с таким человеком. Если кто-то заявляет, у меня есть мое собственное мнение, у меня есть права личные какие-то, тогда, говорит Прабхупада, у меня нет никакой связи с этим человеком. Те, кто заявляют, что у них есть какие-то права личные, свое мнение и так далее, Гурупад Падма, у него нет ничего общего с такими людьми. И даже в том случае, если Бхагаван снизойдет и явит себя перед этими людьми, все равно ничего не изменится. Когда Махапрабху является, он дает свою особую милость. А во времена Махапрабху даже те, у кого не было сосуда, куда поместить милость, они получали и сосуд, и милость. Это особое время. Успех моего баджана зависит от моего предания. Как я могу предаться лотосным стопам Гурупад Падмы наилучшим способом? Другие вещи, они не так важны. Самая важная вещь — это предаться лотосным стопам Гурудева. Гурупад Падма — это океан милости, бесконечный океан милости. Гурупад Падма — это океан милости, бесконечный, безграничный океан милости. Если мы сможем принять эту милость, тогда все будет хорошо. Но если мы не сможем принять Крипу, то тогда это наша вина, и тут ничего не поделать. Но если мы сможем принять эту милость, тогда совершенно несомненно мы добьемся успеха. Тот является Гурупад Падмой, кто получил в свои руки мое абсолютное благо, тот, кому предоставлена ответственность за меня. Гурупад Падма держит в своих лотосных руках ответственность за меня. Он меня защищает. И если я хочу игнорировать, если я буду игнорировать Гурудева, то тогда о каком благе абсолютном может идти речь? Мое абсолютное благо находится в руках Гурудева. Если я буду игнорировать Гурудева, то чего я могу ожидать? Как я могу ожидать получить абсолютное благо? Это невозможно. Прабхупада говорит, в настоящее время происходит так, что Гурупад Падма служит ученикам. Не ученики служат Гурудеву, Гурудев служит ученикам. Прабхупада сказал, что даже в настоящее время так называемые гуры, они дают мантры проституткам. В начале каждого года, в начале каждого месяца, в начале каждой
15-дневкой, в начале каждой недели, в начале каждого дня, в начале каждого часа, каждой минуты, каждого момента мы должны предлагать Пуспанджали лотосным стопам Гуру Падпадмы. Предложение Пуспанджали должно совершаться беспрерывно. Гурупуджа не значит, что сегодня Вьясапуджа моего Гурудева, и я должен предложить ему Пуспанджали. Нет. Садшишья, подлинный ученик, он предлагает Пуспанджали постоянно своему Гурудеву и в разных формах. Вы думаете, что Пуспанджали — это значит купить цветы на рынке и предложить их Гурудеву? Да, это тоже Пуспанджали. Но если вы не преданы лотосным стопам Гурудева, тогда это не Пуспанджали. Если вы не готовы предложить ваше сердце, ваш ум Гурудеву, то тогда предлагать цветы — это не значит предлагать Пуспанджали. Кто-то может предложить цветы, купить лотосы, предложить лотосным стопам Гурудеву, но это не Пуспанджали. Садшишья, подлинный ученик, он всегда предлагает Пуспанджали Гурудеву в виде на письме, на словах, своими поступками, тем образом, как он смотрит, тем образом, как он ходит. Вся его деятельность, вся его активность — это своего рода Пуспанджали. Что значит Пуспанджали? Пуспанджали значит, что вы хотите предложить самих себя лотосным стопам Гуру Падпадмы. И вы хотите пообещать, что вы не хотите никаких личных прав. Это значит Пуспанджали. Вот почему я начал с этих слов. Те, кто заявляют, что у них есть какие-то личностные права. «О, Гурудев, а кто ты такой вообще? Ты мне дал мантры? Хорошо, ты разбираешься в духовных вещах? Хорошо, ты мне можешь дать наставления по поводу духовных вещей, но ты не разбираешься ни в физике, ни в экономике, ни в математике. Поэтому это мое личное дело». И вот такой даршан, он не является гуру-даршаном. Это не гурударшан. О, мой Гурудев, мой Гурупад Падма, он не говорит по-английски, он не знает санскрита. Это не гурударшан. Это майя даршан. Это майя даршан. Мы всегда заняты майя даршаном. Постоянно. И в таком состоянии невозможно поклоняться Гуру Падпадме. Поклонение значит упасана на бенгали и на санскрите тоже упасана. А что значит упасана? Поклонение значит упасана. Искренний ученик, он совершает арати в своем сердце Гурудеву постоянно. Упасана значит, что вы помещаете свою асану перед Гуру Падмой. Не то, что вы садитесь где-то сзади, чтобы он вас не видел. Нет, вы стелите асану перед Гурудевом, и это, вы это совершаете на целую вечность. То есть вы приняли прибежище в лотосный стоп Гуру Падмы, и с того момента вы не можете переместить вашу асану и спрятаться где-то сзади. О, Гуру Падма, если он увидит мои недостатки, ну это не очень хорошо, значит мне лучше спрятаться сзади. Нет, это не упасана. Упасана значит, что вы пообещали, что вы будете находиться всегда перед Гуру Падмой, и что вы всегда будете смотреть на лотосные стопы Гуру Падмы, и что вы будете совершать пуджу постоянно. И вы будете стараться принять весь баджан-вичар Гуру Падмы.
все то, чем, что он делает, вы это примете. Это своего рода эволюция в этом мире. Когда Шрила Гуру Кишор Дас Бабджи Махарадж, когда Бхактистан Сарасвати Такур Прабхупад принял Гуру Кишор Дас Бабджи Махараджа как своего гурудева, это была своего рода эволюция. Самый известный пандит, самый знаменательный пандит Прабхупада принял такого гуру, который внешне не имел никакого академического образования. И что здесь может быть, что может быть более шокирующим? Но Гуру Падма, это мы не можем искать недостатки в Гуру Падме. Гуру Падма — это не какая-то дешевая вещь. Гуру Падма, он намного важнее Бхагавана, потому что кто Бхагаван? Я не знаю Бхагавана, я его не видел. Но я видел Гуру Падму. И вот почему Бхагаван, он разъяснил этот момент. Ачарьямам виджаният. Я снисхожу в форме ачарьи. Гуру Падма, он важнее Бхагавана. Мантра, что вы получили от Гуру Падма, она равна Гуру Падме. Когда какое-то слово на санскрите входит в ваш слуховой аппарат, это не дикша. Дикша означает, что Гурупад Падма, сам Гурупад Падма — это воплощение мантры. Гурупад Падма — это Вани Сварупа. До тех пор, пока вам не получится осознать Вани Сварупу Гурупад Падмы, до того момента ваша дикша будет считаться бесполезной, она не настоящая. Люди могут кричать, что-то выкрикивать для того, чтобы поменять мое мнение. Но поменять эту сиданту. Но сиданта не может быть изменена. Это пракрита сиданта. Она какие-то материалистические правила и законы, они могут быть изменены. Может собраться ассамблея и внести какие-то поправки, изменения, но в апракрита Сиданта Вичар не может быть изменен никогда. Не могут быть внесены никакие поправки. Гурупад Падма — это воплощение апракрита Вани Вайбавы. И когда я принимаю, беру дикшу Гурупад Падма, я принимаю Бхагавана. Гурупад Падма мне дает Бхагавана в форме дикши. Но я этого не понимаю. Я не могу этого осознать. Мне кажется, что я получаю какие-то санскритские слова. И в этом заключается проблема. Мы должны спросить себя. Нам нужна дикша или нам не нужна дикша? Перед тем, как подойти к Гурупад Падме, мы не задаем себе этот вопрос. Перед тем, как обратиться к Садгуру, мы должны спросить себя, нам нужен Бхагаван? А что вообще мне нужно? Мне нужны деньги, мне нужно какое-то положение, женщины, богатство. Хорошо, если есть какие-то слабости в характере, не проблема, но если все равно мы хотим Бхагавана, тогда это то, что нужно. Я вчера в Харикате на Бенгале говорил о Яяте, о Джамиле. Конечно же, они были слабы, но они не были лицемерами.
Они были слабые. Они были поглощены этим потоком майи. Мы находимся в потоке майи. Есть соревнования на как это называется, на кулаках, кто сильнее, кто кого поборет. Но если вы хотите следовать этому пути, майя есть, и я ее побежу. Но таким образом невозможно победить посредством сражения, потому что невозможно побороть майю. Никто не в состоянии победить майю. Даже Шанкар Бхагаван не может бросить вызов майе. Намного лучше это предаться лотосным стопам гуру. Те, кто утром совершают анник и потом совершают арчан, или, например, после анника они делают, воспевают святые имена и совершают парикрам, и потом они совершают арчан, и во время арчан они молятся лотосным стопам Гурупад Падме, вот эту молитву произносят. Видели Гурупад Падму, он нас с поднятой рукой дает благословение. Ты можешь ее на заставку поставить. Гурупад Падма меня заверяет: «О, мой сын, не бойся, и я с тобой. Вы не знаете силу Садгуру. Вот почему вы постоянно что-то измеряете, пытаетесь оценить Гурудева, но вы не знаете его силу. У вас нет даже никакого малейшего представления о силе Садгуру. Садгуру вас может вытащить из кармана майи, может схватить вас за волосы и вытащить вас, спасти. Вот почему Наротам Такур, он написал специально в киртане. Наротам Такур специально написал так, специально для нас. Наротам Такур, вы знаете, Шрила Локанат Дас Госвами внешне он его прогнал. Уходи, уходи, ты принц. Внешне случилось вот так вот. Локанат Дас Госвами выкинул, выгнал Наротам Дас Такура. Но это на самом деле так, мы можем в это поверить? Нет. Нет, я не могу в это поверить, что Наротам Такур был выгнан. Потому что, посмотрев на вашу деятельность, на ваше настроение, на ваше желание служения, мы можем понять результат. Вы можете ругаться между собой. Что это за дерево? Это манго или еще какое-то другое дерево? Зачем ругаться? Посмотрите на плоды этого дерева. Поэтому зачем нам кричать: «О, он грандиозный гуру, большой ачарья». Зачем кричать? Зачем нам ругаться по этому поводу? Мы можем просто посмотреть на результат. Целый мир... Они идиоты, у них представление нейтральные. У них нет представления о Гурудеве, о Харибаджане. Вот почему сообщество Гаудии полностью разрушено сейчас. Никто не говорит об абсолютной истине. Не стоит сражаться, не стоит ругаться. Достаточно просто посмотреть на активность, на седанту вичар, которую провозглашает вайшнав.
и великие преданные, они могут сразу быстро во всем разобраться, что к чему, кто есть кто. Все зависит от того, сколько крипы вы получили от Гурупад Пады. От начала и до конца. До конца? Что значит до конца? Я, просто мне приходится говорить до конца, потому что мы имеем в виду конец этой жизни, но Анугатия, она вечная. И Гуру Крипа Хи Кевалам. И так будет всегда. Народ Тамдас Такур не был выгнан Локанатдас Госвами, но внешне нам именно так и кажется. Локанатдас Госвами прогнал его. Но каков результат? Результат нам показывает. Нет, Гурупад Падма его не выгнал. Гурупад Падма, он применил некую технику, и таким образом он занял Наротам Такура в огромной севе, в огромном служении, в проповеди. Но внешне Наротам Такур написал в киртане: «О, ты меня выгнал, ты меня выбросил в океан Майи, сейчас я плаваю в этом океане, кто меня сможет спасти?» Наротам Такур написал: «По причине того, что я полон недостатков, ты меня выгнал, наверное, так. Но, пожалуйста, будь милостив со мной, возьми меня за волосы опять и вытащи меня из этого океана». Это на бенгали киртан. Бавакуб, значит, океан материальный. Ты меня выбросил в океан Майи. Пожалуйста, будь милостив со мной, схвати меня за волосы и вытащи меня из этого океана. Тогда я буду спасен, иначе мне конец. Но это на самом деле так. Будет конец Наротам Такуру. Вы так считаете? Нет, это своего рода техника. И благодаря этой технике Локанатдас Госвами хотел синициировать большую эволюцию в проповеди. И поэтому, когда Прабхупада принял Шрила Горкишор Дас Бабджи Мараш как своего гуру, это была огромная эволюция. Потому что гуру даршан, он не такой. Обычно обусловленные души, они имеют какие-то сомнения по поводу Гурупад Падма. Особенно, когда Гурупад Падма совершает лилы болезни. И, о, как же так возможно, мы думаем, и в таком случае мы падаем. И такова природа обусловленных душ. Они ищут недостатки во всех, в гуру, в вайшнавах, в Бхагаване. В конечном итоге они находят даже недостатки в Бхагаване. О, Гурупад Падма, он не образован. Но что вы имеете, какое образование вы имеете в виду? Санскрит, веды, веданта, физику, химию, что вы имеете в виду? Бхактинат Такур пишет в киртане. Материальное образование – это своего рода препятствие, потому что когда кто-то накапливает материальное образование, он также накапливает ответственность какую-то. Возможно, кто-то станет адвокатом, или кто-то станет магистратом, или судьей, министром. То есть это своего рода груз на спине. Вы видели когда-нибудь осла?
осел, он чувствует себя прекрасно, когда на нем столько много груза навалено на его спину. То есть это его природа. Если вы нагрузите осла, то он будет довольным. И он будет чувствовать себя комфортно. И это наша природа. Мы не хотим совершать харибаджан. Мы не хотим совершать харибаджан. Но будьте уверены, если кто-то мне задаст такой вопрос, что самое простое в этом мире? И я отвечу, харибаджан. Харибаджан – это самое легкое, что может быть в этом мире. Это самая простая вещь. Не существует ничего более простого, чем харибаджан. Вам будет всего лишь достаточно открыть ваше сердце. Вы закрываете ваше сердце. Вы немножечко приоткрываете ваше сердце. Я знаю. Я вижу, вы открываете ваше сердце. Но не полностью. Но если вы откроете его полностью, тогда вы увидите свет Крипы. Прабхупада написал историю одну. Человек один заперся в комнате зимой, и его бабушка, она стала его звать: «Открой дверь, открой дверь». «Нет, я не вижу солнечного света, я не открою дверь». «Но как ты его увидишь? Сейчас уже полдень, солнце в зените, ты сам себя закрыл в комнате, закрыл двери и окна. Это твоя вина». И вы также говорите: «Где Крипа? Не вижу Крипу». Харибаджан – это самая простая вещь. Вам всего лишь достаточно открыть ваше сердце. Вам не нужно спекулировать, думать о чем-то. Я могу вам привести пример. Этот пример не очень точный, но он очень близок, чтобы объяснить то, о чем идет речь. Когда мать рожает ребенка, она не читает книжки о том, как нужно любить этого ребенка, как нужно заботиться о нем. Она, то есть, не пишет никакие диссертации, как любить ребенка. И здесь речь идет об отношениях. И речь идет о связи между матерью и ребенком. И преданный Гуранга Махапрабху сказал: «О, вы приехали сюда, ваш перелет был 36 часов, Бабаджи Махарадж говорит, и чтобы меня послушать». Махапрабху, он сказал преданным: «Вы каждый год приходите в Нилачал Дам, вы меня навещаете, и это ваша милость. Все зависит от моей простоты. Тот, кто прост, он вайшнав. Тот, чье сердце открыто, он вайшнав. Может быть, есть какая-то слабость, но если есть простота, то это самое главное. Шаралата, дирата, нирапекшата. Простота, твердость и нейтральность. Простодушие. Бхактинот Такур пишет: «Образование материальное, оно только приносит проблемы, и вы, как ослы, нагружаете себя разными проблемами». Что вы подразумеваете под образованием? Вы думаете, что Гор Кишор Дас Бабджи Махарадж, он не образован? Какое ваше понимание? Вы думаете, что Гор Кишор Дас Бабджи Махарадж, он не образованный? Да, Прабхупада говорит, он самый образованный человек в мире. Прабхупада сказал: «Возможно, в соответствии с вашим пониманием, Шрила Парамахамса Бабаджи Махарадж, он не образован, но будьте уверены,
что он может решить любую проблему во всех бесконечных мирах. Не существует такой проблемы, которую он не может решить. Он самый образованный человек, потому что если я знаю Кришну, я знаю все. В Упанишадах написано: после того, как мы получили лотосные стопы Кришны, то все имущество находится в моих руках, потому что у меня есть Кришна. Если у меня есть Кришна, у меня есть все. И когда я знаю Кришна-таттву, значит, я знаю все. Потому что Кришна — это источник всего знания, биология, химия и так далее. То есть если я знаю источник, значит, я знаю все, но в тонкой форме. Все образование, вся квалификация, они находятся в Горкишор Дас Бабджи Мараджи в тонкой форме. Гуру Пад Падма очень часто шутил с нами: «О, мой сын, я хотел стать вайшнавом, но когда я только прочитал шлоку Тринада Писуничина, тогда я сразу же подумал: не, это невозможно. Я могу сделать все, что угодно, но это для меня невозможно. Тринадапи, не, мне нужно поддерживать свою важность, мне нужно поддерживать свое ложное эго. Если же у меня будет тринадапи, тогда я освобожусь от ложного эго. Не, мне нужно поддерживать мое положение». Гуру Пад Падма, он постоянно шутил с нами уже, когда он был очень стар, постоянно повторял: «О, когда я хотел стать вайшнавом, но когда я только повстречал эту шлоку, я сразу понял: не, это невозможно». Мы хотим выйти на пенсию, но в Гуру-севе не существует отдыха. Когда вы совершаете Гуру-севу, то никакой пенсии не будет. Я знаю, для вас это немного шокирующе, но Гуру-сева означает постоянно. Нужно Гуру-сева, она совершается постоянно, то есть нет вопроса такого пенсия. Существуют разные вагоны в поездах, вот эта индийская система. Два тайра, не знаю, как точно перевести на русский. Вагон, в котором спят, сидят. Но мы никогда не чувствуем усталость. Те, кто совершают Гуру Сева, они всегда энтузиасты и всегда полны сил. Гуру Пад Падма, он всегда говорил, что вы все цветы, я вас вижу как цветы. И я хочу предложить эти цветы лотосным стопам Бхагавана. Гуру Пад Падма сказал, Прабхупада сказал: «Садгуру никогда не хочет лабы пуджи пратишты. Садгуру не заинтересованы в том, сколько людей его слушают, за ним следуют. Они только обращают внимание на то, сколько людей квалифицированы. Они не считают количество людей. Они считают только количество квалифицированных. Они только учитывают качество. Садгуру, он никогда не будет наслаждаться популярностью, потому что он поклоняется абсолютной истине. И кто может принять абсолютную истину? Если вы посетите разные собрания, там они о чем-то будут говорить, но кто будет говорить об абсолютной истине? Вот почему минимум людей может принять абсолютную истину.
Абсолютная истина не станет никогда популярной. Это невозможно. Мы видели, когда Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж был уже очень стар, в поклонном возрасте, может быть, когда ему было уже 97 лет, Гуру Падма, он совершил лилу болезни, и столько много преданных пришло предложить Пуспанджали его лотосным стопам, и Гуру Падма, он не смог спуститься вниз. Он был не в состоянии говорить Харикатху в ассамблее. И тогда все преданные, они поднялись наверх. Гуру Падма, он начал плакать и сказал такие слова: «Я хотел спуститься вниз, чтобы совершить поклонение всем гуру вайшнавам, чтобы получить благо. Но каким-то образом я заболел, я не в хорошем состоянии, поэтому я должен был бы спуститься вниз, но моя болезнь, она мне не позволяет спуститься вниз. Мне очень жаль». Это его скромность. Он был воплощением скромности. Не на словах. В настоящее время все на словах молодцы, а все скромны на словах. И я имею Чайтанья Бхагавату перед собой. Тринадапи — это не что-то, что нужно на словах выражать. Я могу доказать, что они не тринадапи. Целый мир, они глупцы. Они жертвуют своей жизни и предаются кому-то. Кто-то может принять мою харикатху, кто-то может отказаться слушать харикатху. Но я не говорю харикатху, чтобы кого-то удовлетворить. Я хочу только удовлетворить гуру Падму, гуру вайшнав. Поэтому у меня нет никаких ожиданий ни от кого. Все знают. Если я только захотел бы стать известным, я мог бы это сделать очень легко. Все об этом знают. Если только Шамбаба захочет стать известным, он может это сделать с большой легкостью. И мне не нужна ваша помощь, и мне не нужна помощь никакой организации. Не то, что мне нужна какая-то поддержка кого-то. Так происходит в наши дни. Идиот, у тебя нет никакого никакой личности, и ты слабый, и ты боишься говорить об абсолютной истине. Поэтому лучше ты не проповедуй, иначе ты уничтожишь целый мир. Весь мир. Твоя проповедь может уничтожить весь мир. Я могу это доказать, это в суде. Твоя проповедь может уничтожить весь мир. Для начала постарайся установиться в абсолютной истине, и после этого тогда уже иди и проповедуй. Что значит скромность? Преданные постоянно приходили Гуру Падме, Акинчан Махарадж, Пури Махарадж, разные вайшнавы, Найнананда Баба, возвышенные преданные, возвышенные вайшнавы, они постоянно посещали Гуру Падму, и также Нарисимха Махарадж с Южной Индии. У него есть связь с Бхагавата Парампарой, вот почему он спасен.
он принял Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Бхакти Ракша Шридхар Дев Госвами Махарадж в качестве гуру. И он также очень часто приходил к Гуру Пад Падме. Очень часто. Скромность. Что значит скромность? Если вы хотите узнать, что такое скромность, вы тогда, вам тогда нужно пойти к Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, и тогда вы поймете это на практике. Даже когда мальчик, пятилетний мальчик входил в комнату, Гуру Махарадж, он только слышал, как открылась дверь, и он сразу же предлагал поклоны. Он даже не знал, кто входил. Мальчик маленький, или девочка, или женщина какая-то. Когда кто-то открывал дверь, он сразу же приветствовал его поклоном. Это его скромность. Я никогда не видел такой простоты в жизни, ничьей жизни. Я не защищен, майя меня пинает, но я это увидел. Я увидел эту простоту. Майя меня может пнуть. Гуру Махарадж, он уже в поклонном возрасте решил поехать во Вриндаван, и тогда он меня позвал, часто меня звал, когда собирался в дорогу, и постоянно меня спрашивал: ты взял эту книжку, а эту книжку ты взял? И я ему помогал собираться. Он хотел поехать во Вриндаван на 2 месяца, и однажды он меня спросил: а как же я попаду во Вриндаван? Как же? Ответил я: на самолете. Как на самолете? У меня же денег нет. И он это очень так серьезно так сказал. Он сказал: очень дорогой билет, проверь, у меня в сумке, у меня денег нету. И я просто был удивлен. Его настроением. Бхагаван полностью принял ответственность за его жизнь. Ему не нужно беспокоиться о деньгах или еще что-то. И он просто так сказал: как же я поеду во Вриндаван? Это билет на самолет, он очень дорогой. Билет на поезд. Я не могу, никогда не забуду, не могу забыть его скромность, его простоту. И вот это вот это вот памятование, оно меня защитит. И когда юбилей, праздник, когда был праздник, посвященный юбилею Пури Махараджа, столетию, были издано много журналов на бенгали, на английском, на испанском, на хинди и так далее. Я был ответственный, я проверял на бенгали, на хинди, на английском, я читал все это. На испанского я не знаю. Был там один Авадут Махарадж. Где он сейчас, я не знаю. Вот он читал, и он мне переводил, если я правильно поняла, чтобы я проверил. В общем, я был очень занят Бани Севой, и я не смог даже поучаствовать в фестивале то есть с самого начала. То есть я добрался до места только на следующий день, ну там, наверное, несколько дней было празднование, и я заболел, у меня был тиф. Хришикеш Махарадж, ответственный по Гаудиаматху в Калькутте, он мне сказал провериться, а у меня не было времени даже, так настолько много было служения. И в итоге, да, был тиф. И
разные преданные организовали спектакль, представление, Джагаймада и так далее. Я был в кровати с температурой. И когда Гуру Махарадж, когда его привели на сцену, он был настолько он стеснялся, что он просто спрашивал, как же так, все мне поклоняются. И он по причине стеснения он не мог даже голову поднять, чтобы посмотреть прямо. Постоянно повторял, а кто я такой вообще? Вот настолько он был скромен. Ну, а сейчас, когда во время Гуру Пуджи Гуру Дев может сесть на такую высокую асану, прям как Равана. Идиоты, ученики могут приготовить такую асану огромную, большую, высокую, но ты-то не принимай такую асану, потому что в ассамблее находятся другие возвышенные вайшнавы. Как ты можешь поместить себя выше их? Если я правильно поняла, то вот этот вот смысл. Если ты равана, то ты можешь принять эту асану. Ученик-идиот, он может подготовить такую высокую асану, но ты-то не должен принимать ее, потому что там есть в ассамблее находятся возвышенные вайшнавы, старшие вайшнавы. Как можно сесть в их присутствии на такую высокую асану? Чистые преданные, чистые вайшнавы, у них есть не глаза, у них сканер, они рентген, они могут все насквозь видеть. Как долго вы можете продолжать устраивать спектакль? Целую жизнь вы занимаетесь, вы заняты этим спектаклем. В общем, все поклонялись Пури Махараджу, и он сидел на сцене с опущенной головой. И когда он получил возможность сказать Харикатху, его голос, он был не мог говорить, потому что слезы текли на глаза. Он не понимал, почему ему все поклоняются. Постарайтесь узнать об этой скромности, постарайтесь понять, что это такая скромность вам поможет очутиться на коленках Бхагавана. Эта скромность вам поможет очутиться на коленках у Бхагавана. Вам не нужно ничего другого. Я не знаю ни испанского, ни английского, ни математики, ничего. Ничего не нужно. Только скромность вас поместит на коленки Бхагавана. Не забывайте об этом. Помните всегда об этом. Это поможет вам очутиться на коленках у Бхагавана. Бхагаван будет обязан вас принять. Сегодня это тот день, когда я буду предлагать Пушпанджали лотосным стопам Гуру Падме. Но я уже объяснила, что не только сегодня. Я буду предлагать Пушпанджали каждый момент. И в моем сердце должно постоянно совершаться арати Гуру Деву. Не только сегодня, потому что сегодня Вьяса Пуджа, сегодня особенный день. Нет. Да, сегодня Вьяса Пуджа, и только сегодня мы предлагаем Пушпанджали. Нет, Пушпанджали должны предлагаться вечно. И Вьяса Пуджа должна совершаться вечно. Только в том случае вы получите полную силу Гуру Дева. Я хочу вам прояснить один момент. Этот момент, он очень важен. Не думайте, что Гуру Падма не может мне дать полную крипу. Гуру Падма может дать полную крипу. Я имею в виду, что Гуру Падма может сделать из вас гуру. Гуру Падма может сделать из вас гуру. Вы забываете, помните об этом, что
что уж говорить о полной милости. Я вам могу сказать следующее. Гуру Падма вас может сделать гуру. Может сделать гуру из вас. Он обладает такой, таким могуществом. И эта Сиддханта, она секретная. Садгуру, прежде чем оставить этот мир, или после того, как он оставил этот мир, он может оставить после себя одного садгуру. Он не может оставить этот мир, не оставив здесь одного садгуру. Это секретная сиддханта, она неизвестна всем и каждому. Садгуру 100% он оставит одного садгуру, прежде чем покинуть этот мир. Может быть, это вам неизвестно, кто это, кто именно это. Потому что посредством голосования или выборов невозможно выбрать, в общем, Гуру Падму. Гурудева Ачарья не может быть не выбран путем голосования, не назначен Гурудева, он самосияющий. Я знаю, что вы предвзяты. Если вы сейчас найдете одного саду, который могуществен, от которого исходит сияние, огонь, вы постараетесь его затмить, за прям как происходит в индустрии кино. Прям как в мире мафии, если вы заплатите мафиози, они вас сделают тем или иным. Даже то же самое случается и в духовной жизни, в так называемой духовной жизни. Даже падшая душа может стать большим гуру. Совершенно падшая душа через рекламу может стать великим гуру. Ну, в кавычках великим, конечно же. И ситуация наших дней, она очень опасная. Я вам сказал сиддханту очень важную, садгуру. Прежде чем оставить этот мир, он сделает обязательно одного садгуру. Ну, по крайней мере, одного. Голосование, назначение, выборы — это все не про гуру. Гуру Падма, он не хотел никогда никого выбирать. Есть этому много мотивов. Я в настоящее время, мое настроение, оно пассивное. Я не посещаю ассамблеи всякие разные, потому что если я куда-то иду, это означает, что я таким образом я поддерживаю там того ачарью. Поэтому я сейчас не хожу никуда. Я не могу пойти. Как политические лидеры, когда ачарья, он не в мою, не на моей стороне, тогда какие-то делают фотошопе, компромат собирают и, в общем, прогоняют ачарья. О, это падшая душа. И назначают другого ачарью, который нравится, который поддерживает их. И таким образом сейчас вещи совершаются. Мне очень жаль, печально об этом, обо всем говорить. У нас нет даже возможности принять обычную правду, обычную мирскую правду. Что уж тогда говорить об абсолютной истине, об абсолютной правде. Мы даже не принимаем какие-то обычные истины. Ты мне врешь, ты мне пишешь в письме неправду. Ты не можешь даже принять
обычную истину в свою жизнь, как я могу ожидать, что ты можешь принять абсолютную истину? Как я могу это от тебя ожидать? И абсолютная истина — это не какая-то дешевка, что ее можно разрушить агитацией массовой, или что можно придушить абсолютную истину. Абсолютную истину нельзя убить. Она не настолько дешева, не настолько проста, что можете интриги какие-то организовать. Политика, интриги, они не могут навредить абсолютной истине. В настоящие дни политика, интриги — это все так опасно. Какие-то есть агенты секретные, которые они хотят разделить Индию. Индия раньше, она была до Афганистана, доходила до России. Шри-Ланка была индийской территорией, Бирма. Все это было Индия. Здесь и сейчас это все разделено. И есть какие-то агентства, которые платят большие деньги антагонистам. И эти антагонисты, они собирают агитации. В общем, розни всякие случаются. И это все может привести к дальнейшему раздроблению. Во времена Прабхупады, смотрите, сколько было проблем. Кто-то наклеветал на Прабхупаду, кто-то хотел убить его. И это случилось не единожды, много раз это происходило в жизни Прабхупады. Но Прабхупада, он никогда не отказался от абсолютной истины. Он не сдвинулся со своей позиции даже ни на один инч. И это признак чистого преданного. Он никогда не может сместиться со своей позиции, никогда его нельзя туда убрать, он всегда будет на стороне абсолютной истины. Прабхупада, он никогда не хотел основать 64 матха. Это было желанием Бхагавана. Так как это было желанием Бхагавана, он был обязан основать 64 матха и отправить учеников за границу для проповеди. Мы должны помнить, что нам не стоит играться с Гурудевом. Может быть, Гурудева беден, у него нет денег, но это не те стандарты, которыми мы измеряем Гурудева. О, Гурудева, у него нет денег, он абсолютно бесполезен. Вы должны смотреть на его Вани Сварупу. Вы должны увидеть его Вани Сварупу. Что возможно по Гуру Крипе, по милости? Глупцы спрашивают, что возможно благодаря Гуру Крипе? Глупцы, нужно спросить, что невозможно по Гуру Крипе? Что невозможно по милости Гуру Дева? Все возможно. Прабхупада говорит: Прабхупада говорит, не существует ничего более важного, чем Гуру Сева, ничего более благостного, auspicious. Я могу перестать совершать Бхагават Севу, и для того, чтобы совершать Гуру Севу. Мне задали такой вопрос: «О, Махарадж, почему ты установил Шивалингу?» Я написал большую статью, объяснив причину, по которой я установил Шивджи здесь, в нашем центре.
Потому что, поклоняясь Гуру Падме, Шивджи Махараджу, я поклоняюсь Бхагавану, потому что поклонение Бхагавану, оно включено в поклонение Гурудеву. Если я просто поклоняюсь Бхагавану, то тогда мое поклонение, оно не полное. Но когда я поклоняюсь только преданным, но не поклоняюсь Бхагавану, то мое поклонение, оно полное. Вы видите, что я не построил никакого храма Гуру Падме, но если вы не слепы, вы увидите в моем сердце Гуру Падму. Я пытаюсь постоянно прославлять вайшнавов. Я пытаюсь постоянно. В Бхагаватаме вы найдете очень важную шлоку. Очень-очень важная шлока. И там столько много шлок, но у меня нет сейчас возможности обо всем этом, все это обсудить. Если я буду поклоняться Садгуру Вайшнавам, тем Садгуру Вайшнавам, кто поместили Бхагавана в свое сердце и закрыли его там на ключ. Бхагаван в их сердце, и он закрыт на ключ, он не может выбраться из их сердца. В эту эру мы живем даже 50-60 лет, ну вообще до 100 лет. В Сатья-югу люди жили 100 тысяч лет, в Трета-югу 10 тысяч лет, в Дуапара-тысячу, в Кали-югу 100 лет. Даже если я посвящу всю свою жизнь на то, чтобы изучать Веды, Веданту, у меня не будет никакой гарантии добиться успеха. Но я добьюсь 100% успеха, если... То есть я могу потратить столько много энергии на изучение разных шастр, но более будет умнее вложить энергию в Гуру Севу. Более практично. Мой гуру Падма, вайшнавы, они заперли Бхагавана на ключ в своих сердцах. Поэтому лучше я буду служить им. Это более практично. Вы не знаете, что такое Харикатха. Вы думаете, что это лекция. В наше время у меня сейчас, я говорю Харикатху, и столько много всего, технология так продвинулась вперед, микрофоны, запись идет, ведется, видео, звук, и я, кто я такой, я идиот, но во времена Прабхупады у нас нет возможности сейчас ни посмотреть на Прабхупаду, ни услышать его, и много раз... Гуру Падма рассказал, что много раз, когда Прабхупада давал Харикатху, разные ученики, они записывали что-то. И Прабхупада постоянно говорил, пишите здесь, пишите в своих сердцах. Пишите в сердцах, не на бумаге, бумага потеряется. И много раз Гуру Падма мне сказал это. То есть вы можете изучать Веду, Веданту, Упанишаду, но более умно будет поклоняться, более практично будет поклоняться Гуру Вайшнаву с уважением, с любовью. Люди хотят иметь репутацию больших пандитов в Ведах, в Веданте.
Шанкарачарья, он сказал, вы хотите прославиться как пандиты, но к чему это приведет? И я знаю, что кто-то учит вьякаран, грамматику санскритскую по 20 лет. И Шанкарачарья, возвращаясь к Шанкарачарье, сказал... Harati nimishat kalo sarvam maya mayam idam akhilam hitva brahma padam provishaviditva. Impossible. Bhajogovindam bhajogovindam govindam bhajomuramati Shankrapte shannite kale nahi nahi rakshati dunkriya karane. When you are going to leave your body, когда вы оставите ваше тело, санскрит вьякаран вас не защитит. Гуру сева вас защитит, но вы глупцы. Я остановлюсь на этой ноте. Простите меня. Кипасинду сусанпурно сарва саттупкаракаха нисприо сарватахо сиддхо сарва бидда вишарадха сарва сансайо санкшетта ананаса гуру ахиду ванча калпатарвасти кипасинду патитанам павани бхавишна бьюнам джай сисила вакти бхатпури кушаймагру бхатма тодья авирватти типара мама самки гоур пиманам дехари.